А тим часом ніяк не може вгамувати хвилювання та вирушити на сцену ось цей хлопець. Денис навіть не думав, якою нестерпно страшною може бути ця мить тоді, коли рік тому заспокоював кохану за лічені хвилини до її виступу. Я пам'ятаю ті емоції, ті чувства, що всередині твориться, коли потрібно виходити на сцену і показувати те, що ще не бачили многие. Проект «Украина має талант». Я говорю это, потому что вы и есть талант. Талант. Саме Маша вмовила Дениса ризикнути цього року. І зараз до останнього з усіх сил намагається підбадьорити та розрадити коханого. Как вас зовут? Денис. Очень приятно, Денис. Откуда вы? Город Винница. Чем занимаетесь? Вольный художник. А сегодня что будет? Скоростное рисование картины. Да ты что? Да. Правда? А что рисуешь? Пейзажи, натюрморты, портреты? Ну, увидите. Да? Это интересно? Я думаю, что будет интересно. Тогда я желаю тебе золотых ручек, чтобы у тебя все получилось так, как ты хочешь. Тогда приглашаю тебя. Пожалуйста. Балет, балет, балерина. Чей-то портрет будет. Вражена просто. Спасибо большое. Пусть Влад пока придет чувство. Дивись, ну... Тактично супер виступ. По-перше, гарантовано отримуєш одне так. А по-друге, зрозуміло, що малювати в півфіналі і в фіналі. Єдине не зрозуміло, я буду в півфіналі чи в фіналі. Ось така історія.
Ну да, в принципі, да. За це. Спасибо большое. Насправді здивував, звичайно. Спасибо, спасибо. Денис, у нас тут просто чудеса за чудесами. Мне понравилось ваше выступление, молодец. Спасибо. Для большое. Сцены. Классно. Я как художник художнику говорю, что очень рада, когда приходят люди, которые умеют рисовать и пытаются продвинуть этот жанр, пусть таким вот популярным способом. Мало кому хорошо удается. Вам удалось. Спасибо большое, я тоже за это. Я тоже бы хотела себя увидеть. В финале. Я говорю да. Спасибо. Денис, почему я? Просто слева направо пошли? Нет, просто очень интересный характерный образ. С историей своей. Спасибо, мне безумно приятно, на самом деле. Я вам дарю эту картину. Спасибо. Правда, когда начинали, вот когда еще пара была, непонятно было. И потом, не потому что я, но на самом деле есть интрига в этом номере. И у вас есть талант, и у вас есть 3D. Большое спасибо, ура! Классно, да? Это пипец. Хорошо. Все, теперь у тебя одна стена ТВ. Да постой, теперь что, какая стена? Надо другую квартиру. Квартиру надо. Какая стена? Это было так впечатляюще вообще. Слушай, я в шоке вообще. Это спасибо, надо спасибо. Так. Но я только в конце поняла. То есть и только потому, что камера показала все сверху. Я до конца бы вообще не поняла. Это грандиозно. Старался удивить. Просто мои комплименты. Старался. Ты удивил меня сегодня. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, ребят. Поздравляю вас. И теперь до встречи. Спасибо. Спасибо огромное.